Я, мы когда со своими друзьями разговариваем, честно вам говорю, такая каша, особенно с друзьями, которые тоже говорят на английском, румынском и русском. А следующее, я хотела ответить на пару ваших вопросов. Я вас спросила, если у вас есть вопросы на Твиттере, спросила на русском, и многие мне ответили на русском, то, что очень классно, мне очень приятно, то, что вот многие из вас русскоязычных людей.